Встреча двух губернаторов прошла накануне в формате открытого диалога. Прием был по-настоящему дружественным. И это во многом оправдано. Дипломатические отношения между Пакистаном и Беларусью вышли на новый уровень уже в первые годы существования нашей страны как независимого государства, еще в 1992-м. С тех пор поменялось многое. Однако дружба, связывающая два народа, оставалась по-прежнему крепкой. Современный мир предлагает государствам новую стратегию взаимодействия. Теперь дружба культур и народов должна подкрепляться экономическими, производственными и образовательными отношениями. Именно об этом шел разговор во время беседы Анатолия Лиса с Мухаммадом Хан Ачакзаи. Наша область имеет большие возможности для привлечения иностранных инвестиций. Благодаря своему выгодному геополитическому расположению, большому количеству высококвалифицированной рабочей силы, мощной транспортной и инженерной инфраструктуры, регион вызывает определенный интерес у владельцев свободного капитала из-за рубежа. Товарооборот между Брестской областью и Пакистаном в прошлом году составил чуть более 350 тысяч долларов США. И пока эти отношения имеют односторонний характер. Анатолий Лис подчеркнул, нам есть что предложить пакистанскому потребителю товаров и услуг. Наверное, для вас будет интересно посмотреть предприятия в сфере переработки рыбы. Мы знаем, что в провинции Белуджистан достаточно интенсивно развивается данная отрасль. В нашей стране, в целом Республики Беларусь, которая не имеет выхода к морю, но в нашей области расположено крупнейшее предприятие по переработке рыбы морской. Это Санта-Бремор, который вы сможете посетить. Также можно рассмотреть вопросы сотрудничества в строительной отрасли. Это мы знаем, что быстрорастущее население в Пакистане, высокий уровень урбанизации являются дополнительными движущими силами спроса на переработанное молоко и молочные продукты. Наша страна готова направить высококвалифицированную рабочую силу, предоставить проекты, необходимое технологическое оборудование для строительства на территории Исламской Республики Пакистан и в частности в провинции, которую вы возглавляете, животноводческих комплексов для производства молочной продукции и переработки. В свою очередь Мухаммад Хан Ачакзаи поблагодарил Анатолия Лиса за прием и с удовольствием поделился первыми впечатлениями от визита в Брестский регион. Пятичасовое путешествие из Минска в Брест приятно порадовало губернатора провинции Белуджистан. Особенно его заинтересовали технологии строительства животноводческих комплексов, работа предприятия «Брестэнерго» и ряда компаний по производству пищевых продуктов. Это была очень полезная встреча. Мы смогли обменяться основными идеями. Мы обозначили основные приоритеты нашего сотрудничества. И абсолютно уверены, что в ближайшее будущее наше совместное сотрудничество выйдет совсем на другой уровень. Первый серьезный продуктивный диалог остался позади. Теперь руководством двух регионов будут выработаны конкретные предложения для взаимодействия. Проектное решение станет планом точечного сотрудничества на ближайшие несколько лет. Интерес к нашей продукции, к нашему детскому питанию, к молочной продукции, безусловно, будет очень высокий. Кроме этого, мы заинтересованы в поставках хлопка, в поставках рыбы, морской рыбы. Господин губернатор рассказывал о том, что у них достаточно хорошая, качественная креветка, мидии. То есть та продукция, которую мы потом сможем поставлять в другие страны. И активно загружать свою перерабатывающую промышленность. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».